ладно, народ, давайте просто обойдем их. Да. О, народ, народ, что вы делаете, что вы делаете? Мы их размажем. Рон, мы что, с тобой в разные игры все это время играли? Да, по-моему, уже очевидно, что мы сосем, и нам нужно избегать других игроков. Да, Тетрис, вот наш уровень. Нет-нет-нет, нам просто нужна новая стратегия. О, окей, ну и какая имба стратегия у тебя на уме, Рон? Психологический разъебон. Ясно. Окей, погнали. Да я серьезно. Я честно, серьезно, вы послушайте, я говорю о том, чтобы затрэшточить. Что? Ну знаете, трэш-ток, когда говоришь трэш, проникаешь прямо в мозг. Оскорбление, что ли? О, далеко не только оскорбление. Злостные унижения, чтобы они чувствовали себя как последнее говно. Ну не знаю, Рон, звучит очень токсично, братан. Бен, да эта игра вся пропитана токсичностью. Мы в радиационном лесу. Токсичность — это основа игровой механики. Да, может быть, но мне это просто некомфортно. Ой, да завались. Эй, Рон, нельзя так друзьям говорить, а такое врагам стыдно говорить. Чел, это было до глубины души оскорбительно, даже для тебя. Да-да-да, насрать, но что ты сейчас чувствуешь? Ну не знаю, я сбит с толку, расстроен, зол, не знаю. Я задел тебя. И что? А то, эмоции мешают тебе думать, ты будешь совершать ошибки. Психологический разъебон. Послушайте, не нужно верить в то, что вы говорите, это просто тактика. Но чем оскорбительнее, тем лучше. Ты еб... Ё-моё, Роуэн! Задело? Ну, возможно, он сейчас даже прав. Серьезно, Брит? Ну, не знаю, может быть, если мы хотим получать ништяки, нам нужно быть немного агрессивнее, Бен. Да, я устал, что меня все булят. Завали свою ночью, ебал, Адам. Вот именно. Булишь ты или ебулят тебя? Съешь или будь съеденным? Хочешь быть съеденным, Бен? Ну, блин. Нет, ну... Ладно, хорошо, хорошо. Давай попробуем по-твоему. Супер, погнали, маленький вы... Да ёб... вы... ёбочные. По коням. Ладно. Давай, давай, ты первый. Оу, оу, привет. Вы куча вонючих нубов. Серьезно, Бен? Что? Так, короче. Йоу, еб***ь сраку. Да, вот это настрой, Брит, ты могёшь. О, окей, хорошо. Да, да, сосите ху... Да, теперь и ты включился, вы мелкие... Да, нахуй, пошли, ебанский, баны, да, а потом твою мамку всей толпой, по самой гланды, так ей въеб... А потом, чтоб твой папа... Её как раз еб... Да так раз еб... Как вы ещё никогда в своей жизни... Как вам такая картинка, пиздец? Раунд! Что вы говорите про мою маму? Мама сейчас не дома, ее позвать? Эй, а что такое в***? Мне кажется, в***, это плохо. Или сказал, что в***, мама... О, нет, вам не нужно все это повторять. Ну, Роуэн... Да откуда я знал? Нет. Да как я мог это знать? А что значит, наши папы, они что, тоже хотели... Нет. Значит, что это? Это жесть, мне кажется, мне... А с каких пор дети играют в игры? Мою маму? Что значит? Пойдемте друг другу по очереди.